have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Аладушки. Привет. Бывало у вас такое, что с утра просыпаешься, хорошее настроение, и все, что тебе нужно для начала дня, это чашечка вкусного, свежайшего песка. Да, эта игра предлагает нам жрать песок, она так и называется, eat sand. Мы просто зачеркиваем песок с пляжа. Кстати, когда... Вот как это выглядит от первого лица. С хрустом все как нужно, но также... Если вам кажется, что это слишком сухо, можно запить морской водичкой. А если вам нужно что-то новенькое, то можно взять кусочек вулкана. Да, также доступна опция разгрызания лавы, собственно. Слушай, это кусочек мокрой лавы. Стой, вот тут тоже можно набрать? Прикинь, вулканический песок тоже можно жрать. Круто, вот этого я не знал, кстати. Слушай, сейчас же дождь, это означает то, что можно прыгнуть в вулкан. Нет, это же вулкан. И что? Что ж, ты был хорошим человеком пока. А как выбраться? Я хочу выпить лаву. Да, пока у меня была возможность. Я понял, я сейчас выберусь. Надеюсь, я не буду гореть. Так, я заспавнился, если что, на первом острове. К тому второму острову туда надо плыть. Пока мы здесь, я хотел бы вам кое-что показать. Я выпью лаву. Кто узнает, ребят? Да, пишите в комментах. Тут есть небольшие отсылочки. Вот, в принципе, на первом острове ничего нету. Здесь только ракушки, песок, который можно опять же покушать. Можно покушать более сухой песок, более мокрый песок, как куда хотите. Тут даже есть... кемп, где можно укрыться от дождя, например. О, кстати, да, он реально помогает от дождя. Что тут в коробочке? А что в коробочке ничего нету? Shame box. А, это коробочка позора. Да. Ну-ка, вот тут что? Оу, тут разбившаяся лодка. Я этого раньше не видел. Тут, кстати, да, тут какой-то код Морзе, его можно расшифровать, я думаю, он будет на что-то ссылаться. Это SOS. Это просто SOS. Это не ссылочка ни на что, ничего, это просто сигнал SOS, который идет из радио. Ну, я хочу послушать. Три коротких, три длинных, три коротких. Да. Спасите наши души. Давайте тогда еще поисследуем остров. Может, тут найдется что-нибудь интересненькое, кроме пожирания песка. За то время, пока мы тут ходим, сменился уже солнечный день на дождливый день. Вот, так что, может быть, мы с вами сейчас дождемся опять солнечной погодки. Солнечная погодка, особенно ночью, ясная погода ночью, здесь прямо хорошая, приятная. Пойду к вулкану. Да, можно пойти к вулкану. Есть такая штука. Мы не задыхаемся. Поэтому, когда мы плаваем, мы можем вот так вот просто плавать по дну. Вот так. Можно прямо тут остановиться, зачерпнуть водички. Находясь под водой, выпить водички. Чувствую себя подводной лодкой. У меня шляпа как перископ торчит такая. Цветочек с камерой. Да-да-да, все таки есть. Смотрите, ребят, тут особо прям много нечем заняться. Тут можно просто пожрать песка, или пожрать лавы, или пожрать пепельного песка. Не особо как-то прям интерактивное местечко, но не показать его вам мы не могли. Оно просто, ну, какое-то атмосферное, что ли, веселое само по себе. Поэтому, ну, было бы обидно просто пропустить, и пройти мимо и сказать, ну, нет, тут нечего делать. Да, тут нечего делать. Это уникальное место, в котором все-таки... Где вам еще предложат пожрать песка и запить это морской водичкой? Ну, давайте серьезно. Там опять кто-то покусился на... Как... Мне интересно, как можно выйти. Серьезно. То есть, там же как-то можно выйти. Надо сейчас исследовать... О, чистое небо, спасибо. Это типа
хорошо. Тут нет никакого... Ну, я видел, что люди отсюда выходят. То есть, в принципе... Вот, видели? Но потом, чтобы потухнуть, нужно успеть добежать до воды. Ой, тут вертолет! Вертолет я раньше не видел. Пойдем посмотрим. Black Hawk, если что. Тут тоже радио работает. Люди разговаривают о том, как же круто кушать песок. Это же просто офигительно. Да, супер. Я тут присесть не могу. Жаль. Я бы хотел в вертолет забраться. Но я думаю, это просто не... А, нет, предусмотрено. Фиг, блядь, не предусмотрено. Все, ребят, я готов. Загружаемся, поехали. Какой наивный. Он разбившийся. Ты единственный выживший в этом вертолете. Звучит, знаете, как начало какого-нибудь... как начало какой-то игры. Ты такой просыпаешься здесь. И тут... Oh, you're finally awoke. Так, хорошо. Ты должен съесть песка. Пожми песка. А по лопасти нельзя забраться? Можно, чё ж нельзя-то? Чё ж нельзя-то, когда можно? Это ж Roblox, тут всё можно. Слушай, мне вот сейчас пау. Я смогу добежать до туда. До воды? Я так близко. Нет, не смогу. То есть рассчитано так, чтобы ты не добежал? Да. Жаль. Я думаю, что если загореться и сразу выбежать, то можно. Но если ты еще и зачерпнешь лавы, то прям это... Хотя лаву можно выпить. Кто-то говорит, это кому нужна еда, когда у тебя есть песок? Правильно. Вот этот хруст, он только у меня вызывает дискомфорт или у вас... Опа! Опа! Запьем водичкой. В общем-то, что? А что если взять чашку воды, прыгнуть в вулкан и выпить там чашку? Не, это, я думаю, не поможет. Это все равно, что... Если тебе остро, просто попей водички. Если тебе остро... Кстати, когда остро, то водичка вроде не помогает. Там надо молоко или что-то такое. Ну-ка, на хвост я смогу забраться? Это же Roblox! Конечно! О, чувак бежит. Ой, не добежал. Упс. Хорошо. Тогда я думаю, что будем заканчивать. Тут есть парочка интересных отсылочек. Есть лодка, есть вертолет, опять же вулкан, с которым можно побеситься. Сами смотрите. Я вам рекомендую сюда заглянуть хотя бы просто на 5 минут. Посмотреть и ощутить эту атмосферу. А дальше уже смотрите сами. Хотите вы тут оставаться надольше или вам, пожалуй, хватит этого безумия. Мы будем закругляться. Эта серия заканчивается. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, побра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.